закрыли наркопритоны. Службы госнаркоконтроля и прокуратуры города при активном содействии жителей Димитровграда было закрыто сразу несколько наркопритонов. Продажа наркотиков была организована в многоквартирных домах по улицам Гвардейская и Западная. Там же они и употреблялись. Благодаря анонимной информации, поступившей от горожан в прокуратуру, хозяева притонов поплатились за продажу белой смерти свободой. В ходе оперативной разработки, проведенной по данному адресу сотрудников наркоконтроля, их деятельность была преступно задокументирована. Им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное с частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. И в настоящее время Димитровградским городским судом также в отношении данных лиц постановлен обвинительный приговор.